И, господи, Крипер или ТНТ? У тебя аж шлем с головы слетел. Всем привет, ребята, с вами Джи со Света. Всем привет. И сегодня мы со Светой будем играть с модом Lucky Block, что переводится на русский язык. Блок счастья. Блок счастья, блок удачи, счастливый, как-то так. Да, счастливый блок. Этот мод уже есть очень давно, это не обзор мода, это просто мы решили записать, поиграть и испытать свою удачу. Вот, что же это давай за блок? Давай посмотрим, кого руки-то счастливые. Да, то есть что нам выпадет? Вещи выпадают с этого блока абсолютно разные. Именно те вещи, которые из Майнкрафта, абсолютно разные вещи могут выпасть. Так что мы не знаем, что там может выпасть, но мы все равно как-то уже подготовились. И вот у каждого есть сундучок с вещами. А вот на всякий случай, мало ли что туда точно выпадет. Это о, твой? О, круто. Смотри, вот что у меня есть там вложение. Значит, закинь так в сундук. Что там у тебя? О, еще кусочек мяса. Как на всякий случай, знаешь. Так, у нас имеется меч, чтобы отбиваться. Ну, мало ли что, да. И кирка, чтобы разламывать эти блоки. Хотя их можно разламывать рукой. Также сейчас покажу я вам крафт. Я вот тут его спрятал очень далеко. А этот сундук, почему я спрятал так его далеко, Свет, ты знаешь? Нет, не знаю. Никто не знает. В общем, как он крафтится? Для этого, для крафта данного блока нам нужно желе, то есть золото, их постоянно путаю, ребята. И дроппер, который крафтится, крафтится, а почему-то крафт не показывается, слушай, не показывается крафт. Он крафтится, я знаю, как он крафтится. Из булыжника и одного редстоуна. Ложим один сюда, и получается у нас лаки блок. А вот так вот, в принципе, крафт не очень дорогой. Вот, ну и в сундуках, конечно, у нас тоже есть. Вон, вот, давай, Свет, иди сюда, забираем здесь. Его здесь очень много, тут накидал его, так что забираем пару штучек. Ну, в принципе, я хочу все попробовать сегодня, но сколько возьмем, наверное, быстро очень. Все, забираем, все забрали, короче. Ах ты, вон как. А у тебя сколько, кстати? У меня стак и 20. Стак и 20? Да. Держи тебе вот так, чтобы было поровну по 2. Вот, и сейчас я еще сделаю, потому что я все-таки взял резики в верстачке. Я сейчас сделаю еще один. Ты, кстати, давай расставляй где-то подальше от нашего убежища, чтобы нам это никак не навредило. Так, сейчас я еще сделал. Так, положим. Ой, это я сюда. Я даже знаю, куда можно. Я поставила один уже, слушай. Так, смотри, поставила. И давай сейчас уже покажем нашим ребятам, как эта вся штука работает. А, так, ну что, давай, разбивай и смотрим, что будет. Давай. О, смотри, так, у меня грибочек упал. Это был грибочек. И все? То есть грибочек? Блин, классно, слушайте. Это прям классно. Так, ну давайте теперь я попробую. Давай посмотрим, что у тебя будет. Так, смотри, ты отойди, мало ли что. Слушай, я переживаю просто. А, так, давай, будешь меня защищать, Свет. Давай, все, разбиваю киркой, на всякий случай киркой. Нафиг? Ого, сундук. Смотри, что в нем: дерево, палочки. Это знаешь, когда создаешь мир, там начальный сундук дают, и вот там тоже такие предметы вот дают. Вот типа таких, да. Также, ребята, эти блоки находятся по всему миру, они встречаются в миру, в обычном, то есть... Ну да, там он стоит один такой. Да, то есть мы вот так бежим, и можем встретить такой блок, стоящий у нас на пути. Мы его разламываем и смотрим, что там. Давай, также, сейчас мы давайте сломаем, тут у нас как-то не очень. Я боялся, сейчас тут что-то... Подожди. Дракон какой-то будет, эндер-дракон. Тут как-то элементарно. Ого, то смотри, есть офигеть. Глаза эндера, да, были у тебя? 10 джемчика и 5 ока. Понятно. Также тут имеются... Пошли, Свет, покажем штуку, которую мы абсолютно случайно нашли. То есть в миру она находится, можно не крафтить даже ничего. То есть просто бегать, искать. То есть, вот, так добегаешь, вот эта штука, не знаю, какой-то тотем, что ли, а здесь, кстати, стоит. Давай сломай, посмотри. Той же блок, давай, ломай ты, сегодня ты ломаешь, смотрим, что там будет, может, это сейчас все взорвется. Это был опыт. Это был, какой у тебя уровень уже? 9. 9, ну хорошо, то есть, замечательный мод, он очень, конечно, пригодится. Смотри, даже на крыше еще осталось, смотри. Уи, я немножко себе взял даже. Все, больше, а нет, там мы? Там есть еще. Так, а давай прямо здесь разломаем, а ну-ка сверху, вот, я поставил, смотри. Нифига себе, смотри, какие они разные, сколько их, офигеть. Офигеть, слушай, мне так нравится. Классно, супер, супер мод, просто очень классно. Этот мод, кстати, есть очень давно, но как-то, не знаю, я не замечал, честно. Ой, меня в решетку посадили. Ты сломала, и это лава была. Давай, выбегай. Ломай. Скорее, давай. Воду, прыгай, давай. Все. Просто офигеть. Просто было офигенно. Кстати, ребята,
Мы играем на версии 1.7.2. Вот, там, конечно, уже вышел для 1.7.10 вроде бы, да? Но мы на 1.7.2. Смотри, как их зовут. Мистер Рейнбоу, мистер Радуга. Блин, я не заметил, тут разные ники. Рамбо? Да? А нет, подожди, одинаковые. То есть цвета просто разные. Так, а ну, давайте, я теперь моя очередь. Кидаю. Так, я немножко... Ой, ты уже кидаешь эти штучки? Да. Так, давай я здесь вот, ну-ка, два сразу поставлю, а ну-ка. Ты не боишься? О, голову. О, тыковки. Слушай, нифига, и ну-ка, золото. То есть и золото еще. А ну-ка. О, господи, что это такое? Что ты сделал? Верни, как было! Ой, господи, верни, как было! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он же нас сейчас убьет! Сколько у него жизни? Сколько у него жизни? Я не знаю, пипец просто. Слушай, а он точно нагрен вообще? Слушай, ну он кажется... Пипец, смотри. Ну ты его призвала, теперь он твой этот самый раб. Я первый раз вижу, смотри, какой здоровый. Он меня с одним ударом убьет. Еще и дождь начался. Подожди, нифига себе. Это как, знаешь, големы из этого самого, пипец, просто жуть. Он ко мне едет, смотри. Он застрял в стоге сена, глупый. Глупый-глупый зомби. О, ты точно его убьешь? Слушайте, его убить вообще можно? Я не знаю, помогай же, давай, Свет, по ногам. Я иду. Щекочи ему пяточки мечом. Он точно нас не убьет, а? Я не знаю, он может с одного торчка нас ударить и все. Это точно, слушай, он идет вот у меня. Давай, ладно, бежим от него скорее. Да куда подальше, а? Давай вот сюда, смотри, он нас, думаю, тут не догонит и... Крипер. Да, давай, мочи, давай, Светик. Все, слава богу, все случилось, хорошо, ничего не взорвалось. Ну да, вон только так, этот гигант стоит. Только. Испытываем теперь, давай сейчас по максимуму, раз, помогай, ломай, давай, ставь, ломай. Так, ну, смотри, давай. Сколько рыбы выпало. Ух и маяк, ты. Слушай, я реально это... What the fuck, что? Блинский, это был эпик, ребята. Так, мистер Бой... Рейнбоу к нам даже под... Ай, Крипер еще! Он убил мистера Радугу! Рейнбоу, он убил его! Господи! За что? Вот, еще один не сломанный, смотри. Это у нас эндер эти самые. Прикольно. Супер. Сколько лошадок. А смотри, есть зеленая даже. Смотри, даже какая-то страшная есть. Слушай, мне кажется, это зон... Скелеты, смотри. Смотри, тут скелет из лошади. О, господи, это было, конечно, ужасно. Так, ну что, он вроде бы за мной не загрелся. Я хочу сейчас немножко шикануть. Вот сделаю так, наверное. У нас их очень много. Помогай. За тобой бегут? Так, давай, сейчас защитю тебя. Защитю, Свет, все, защитил. Давай, ломаем. Ух, нифига. О, я в клетке! Ай-я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 й! Нифига себе! What the fuck? Это были look up. Это смотри наверх. Пипец. А, алмазик, смотри, давай его добудем, а ну-ка. Я хочу его получить. Оп. Кстати, так, сейчас мы этот сломаем. Нет. Окей. Сколько у меня будет? 9 алмазиков. Света. Офигенно. Так, в общем, еще одна тут штучка есть. Это не все блоки. Не только эти блоки тут имеются. Сейчас это все повыкидываю, наверное. Вот сюда тут какие-то яйца мне даже выпали, каких-то непонятных. Ой, господи. В общем, тут еще. Смотри, иди ко мне. Что-то, ну-ка. Иди сюда. Так, а где ты? Смотри, как тут написано: один удачный, а другой нет. Какой? Ух, нифига. Это страшно. Давай ломай. Как тебе интуиция? Давай правая, ну. Смотри, золото. А ну, а этот что? А этот был не страшный. Совсем не страшный. Блин, а я-то думала. Я думал, он будет страшный, серьезно. Также, сейчас я ребятам покажу, ты пока ломай. Так, смотрите, тут есть еще одни блоки, то есть это не все. Вот эти, которые у нас есть, нулевые, лак 0. Тут есть у нас блоки плюс 80 и минус 80. Это, видимо, удача, потому что я исчитал, искал, и я ничего по этим блокам не нашел. Никто никакой информации по ним еще не выкладывал. Это блоки, видимо, с удачей, плюс 80 и с неудачей. Так что сейчас давайте посмотрим на это дело все. Так, я выкинул. Вот смотри, Свет, давай-ка я тебе дам блок. Подожди-ка, мне очень что? Интересно, я убью его или нет? Мы все просто тут пипец. Вот я его убила! Нифига себе, молодец. Так, Свет, иди сюда, на тебе блок сзади. Удачи, держи. Подожди, сзади. Блинский. Вот, возьми, Свет, возьми, у меня пожалуйста. Даже места нет. Так, возьми, иди сюда, давай, активируем. Блок удачи тебе, мне неудачный блок. И проверим, так ли это нет. Я просто не знаю, как это по-другому можно описать. Сейчас убью. И давай, ставь и активируй, давай, ну-ка. Я поставлю. Ух, это удачный блок, ломай. Ого, ого, а ну-ка, что это такое у нас? А, то есть тут у нас... О, ого, прикольно. Ого, ух,
Нифига, с небес. Офи... Так, ломай еще, давай. Ого, офигенно, давай. А ну-ка, ломай, давай, я смотрю. Супер, блин, я немножко испугался даже. Классно, ну-ка, давай, ломай. Ой, ой, попалась. Помогаю, помогаю, помогаю. Ломай, ломай. Обсидиан. Все, выбралась? Есть. Это тебя в ловушку как? Вот твой еще блок, ломай. Так, что тут у тебя? Лук и стрелы, больше ничего тут нету, да? Также тут еще был под вот этим блоком, вот где-то... А, вот еще один блок. Там еще где-то был. Это был удачный, это был неудачный. Подожди, вот это... А это у нас... А, это bedrock. Will... Подождите, подожди, тут написано смотри. Will... Well... Here's the... Так, здесь... Problem. Твои проблемы. Так, опять один удачный. Так, ну что, а теперь давай попробуем неудачный. Господи, крипер или TNT? What the fuck? Господи, боже мой, ты прям... У тебя аж шлем с головы слетел, если он у тебя был. У тебя тоже, кстати, нету, прикол. Тоже? What the fuck? Где мой мазафака шлем? Сзади, ой-ой-ой. О, господи, он к нам с цветочком идет. Так, все, давай, сейчас мы должны... Давай поспим, наверное, я не знаю, или напиши тайм... Напиши утро. Давай, пропиши, наверное, и сейчас... Попробуем нужно еще, было поспать, блин. Знаешь, потому что сейчас будет все равно обыхать. Ты смотри на... А, я думал, на лошадь залез. А, то есть они могут, наверное, съесться. Так, ну что, давай, мне не терпится попробовать неудачный блок. Что же он даст? Вот, давай, иди сюда. Попробуем блок неудачный, иди сюда. Смотри, что сейчас будет. Я боюсь, что сейчас... Так, отойди, я боюсь за тебя очень, отойди. Давай. Так, вот мы ставим и ломаем, да? Да, ломай. О, господи, о, опять этот. Вот. Слушай, это как-то давай, не страшно. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блинский, так, я его сейчас по пяточкам пощекочу тебя. Давай, давай, давай. Так, мы его забьем. Все, и... слава богу, у нас получается легко. Я тебе говорю, надо было поспать. Потому что сейчас эти, блин, дурачки. Адская лошадь. Все, 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 не мешай. Не, я разберусь. А, так, ну что, давай дальше строить. Карцуху, давай. Так, давай, побольше, так, побольше ставь, ломай. Угу, смотри, сколько картошки. В принципе, вещи уже как-то попадаются. Такие... What the fuck, что тут происходит, господи, боже мой. Пардон. Помогите мне кто-нибудь, помогите, задых... А почему за мной, а почему, подожди, мне просто интересно, а почему за мной житель идет? Ты где там? Я в блоке с водой, о, с господи. О, сейчас задохнусь, все, помираю. Нет. Я не то выкинул, зелька. Господи. Блин, я помираю, все. Все, короче, я умер. Пипец. Ты умер. Я все потерял, кстати, да. Так, ребята, это, наверное, к лучшему, потому что я чистил свой грязный инвентарь. Я возьму сейчас блоки с удачей, блоки не с удачей. Итак, ребят, я взял, короче, блоки с удачей и не с удачей. Сейчас посмотрим, что из них, потому что с этих блоков одно и то же выпадает. Так, Свет, иди сюда, давай поровну поделим. Иди сюда. Ну как поровну? Так, в рандом поделим. Забрала, все. Так, да, идем подальше. Подожди, давай. Подожди. Смотри, давай пойдем все, на вот надо. Этот... Ты будешь ставить сразу? Подожди прямо. Нет, это все дело. Я имею в виду рассортирую, как мне удобно. А, все, хорошо, давай тогда вот здесь где-то поставим их, ну, разобьем, вскроем, так сказать. Как я говорил, слушай, как да, я хотел. Я не знаю. Разбей, получи, да? Да-да-да-да-да. Разбей, получи. Ну, давай, вставим и смотрим, что нам выпадет. О, смотри, смотрите, житель. Village. Village. Подожди, а я хочу минус 80 поставить. Так. Минус 80, давай, это несчастливый блок. О, господи! Офигеть, а тут лава! И пришел... меня к себе, а, я, подожди. Да, все, слабо получилось. Боб, еще пришел Боб. Ну что ж, тогда я попробую неудачный тоже. Господи, а! Ну, блинский, это было нечестно все равно. Ну, что ж, такова судьба. Давай, так, блоки где? Ты забрала? А, нет, они там лежат. И, кстати, мы их забрать можем. Это хорошо. Мне также дали броню какую-то... Ух ты, плюс 80 броня, смотри, ну-ка, для моей лошади. А что тут ослик танцует, ослик, смотри-ка. Конечно. А, нет, это та же самая, смотрю, да, то есть та же самая, только плюс 80 там было. Давай ну, еще вскроем один. Знаешь, плюс 80. Давай плюс, да, поставь, а ну-ка. Так, ух ты, и даймонды. Вот и это счастливое, то есть все, ребята, мы разобрались, все будут знать теперь, что а, это... нет, смотри, минус 80 мне тортик дали. А ну-ка, о. Хотя тут, наверное, я тогда не понимаю. Ау, щит, фак! Мне дали какую-то ерунду. Пипец, ты посмотри, ты что прям... осталось. Я тебе говорю, ты прям бумкнула прям как надо. Вообще... Так, тут блоки еще пару остались. Альмазики. Тут да, еще изумруды. Тут прям
какой-то портал вниз. Ой, смотри, тут еще эти лаки-блоки. Так, ну что, давай забирай, давай я тебе дам. Иди сюда, где ты, кстати? Давай выберемся отсюда, давай уже выберемся. Я уже вылезла. Еще пару ну, откроем и уже будем на этом серию заканчивать, чтобы не затягивать. А, ты тут, смотри, так, короче, да? Видишь, в земле. Так, ну давай. Я буду ломать? Да, давай. Ну давай. Так, раз, два, три, четыре. Угадай, где какой? Я хочу этот. Ой, нет, пока! Беги! Ой! Офигеть, я еще выжил! А ну-ка, можно. Ой, лети, лети, глазик. Так, так, я тебе вроде телепортировал. Да, я тут. Все, нормально. А, так, ой, ну, шерсть. Блоки у нас еще остались. Давай-ка я тебе дам. Да, держи. Последний счастливый. Давай. Он у меня несчастливый. Пялится. Ой, ну ой, все, опять! Я... Опять! Опять! Все, меня убили. Я грибаю, зову это мое. Мистер так, Рэп. Ой, слушай, меня куда-то далеко тпшнули. Тпшься ко мне, просто давай-ка, так, сейчас. Тпнапс просто да. Можно, сейчас, да. Так, все, у тебя. Так, так, смотри. Еще подожди, один, смотри. Подожди, да ты. Иди сюда, иди что ко мне. Что это за удочка у нас такая? Иди ко мне, ну блин. Ууу, фига себе. Ну подойди ко мне, хватит так, там уже рассматривать. Так, 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 ломать? О, ой, смотри, обычный. Так, а тут где-то еще был. Я умер, и у меня были еще. Это я из-за тебя утонул, побежал. А вот еще, смотри, мы тут ставили. Смотри, давай, ломай. Где? А ну-ка. А, звезда, да? Нет, это звезда у нас. What the это fuck? Ты? Это ты бумкнула, кажется. Ты пышь на меня к себе? И мы, блин. Кажется, как бы оба умерли. И да. Мы теперь не знаем, где. Подожди, может, сейчас посмотрим, где мы на самом деле. Да нет, наверное, уже не получится вернуться. Не знаю. Итак, мы нашли. Давайте. Давайте сломаем последний. Ой, смотри, у меня еще одна нашла. Так. Много их, еще стак целый. Так. О, еда! Смотри, классно. Ой, у меня башка, смотри, у меня голова с этого есть. Уи! Смотри, житель бегает. Где? А, да, он, да ну тут уже. Это тот же самый вроде бы. А ну-ка, ну нифига. Господи, что это за голова? Это голова Стива? Это маска Стива, только она как-то у тебя сверху. На голове, ну посмотри, как она на мне сейчас. Да, она у меня тоже как-то черти как. Смотри, эй, блинский. Так, ну в принципе. Прости, я последний разобью. Все, кажется, да. Ну что, последний на удачу? Давай. Вот, да, реально удачи, смотри. Это то, что мы взяли в начале, то есть меч, то, что у нас было. То есть вот так вот вернулась. Ну, жаль, бронька, конечно, не выпала. Так что, ребята, видите, мод очень интересный. Ой, штанишки еще у тебя есть. Так что очень веселый, здоровский мод, интересный, так что всем советую. Вот, скорее всего, в новом летсплее я буду его использовать, тоже себе поставлю. Так что, если вы здесь впервые, и вы можете подписаться на наши каналы, поставить лайк этому видео, написать комментарий. И, ребята, если вам понравилось, то пишите комменты, будем дальше снимать, продолжать что-то типа с модов, с каких-то, и сами присылайте свои же моды. Так что всем удачи, всем пока, ребят.